сорт острого перца халапеньо Джаластар. Этот перчик относится к виду Capsicum annuum. Плоды имеют вот такую вот перцевидную форму, заостренную. Перец созревает от зеленого цвета, вот такого вот, до красного. Имеет небольшие трещинки на плодах. Вот так вот созревает плод. Вот. От зеленого появятся темные пятна и переходит в красный цвет. Срок созревания этого перца от 70 до 80 дней. Высота куста может достигать от 60 до 1 метра. Острота перца от 10 до 15 тысяч скобелей. Вкус зрелых плодов сладковатый, когда же плоды полностью созреют. Они имеют небольшую сладость. Плоды применяют как в красном виде, так и в зеленом пищу. Их можно консервировать, делать с них соусы. Срок созревания такого перца от 70 до 80 дней. Длина перчика может колебаться в длину от 5 до 7 сантиметров. Перец многолетний. Можно выращивать его до 5 лет. Вот такие вот красивые плоды. Очень вкусный. Плоды плотные. Очень хороший сорт. Очень плодовитый. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике. Он не занимает много места, так как высота у него может быть где-то в пределах 50 сантиметров, если будете выращивать на подоконнике. Ну, в открытом грунте, соответственно, высота будет в пределах 70 и доходить до 1 метра. Острота такого перчика от 10 до 15 тысяч скобелей. Вот так он созревает. Очень плодовитый и очень хороший сорт.